Во многих домах живут добрые, но очень несчастные вещи. Они одиноки, их хозяева забыли о них, они выросли или нашли себе новые вещи. Ненужные вещи могут снова стать счастливыми. Расскажите им про экопроект «Добрые вещи». Отдайте то, что не нужно вам, волонтерам, и они бесплатно передадут вещи тем, кто в них нуждается. Эти добрые вещи больше не одиноки. Они стали счастливыми.